Первым пунктом программы посещения был Белоярский центр милосердия. Гости увидели, насколько разнообразна и интересна жизнь людей старшего возраста. Познакомились с потомственным оленеводом Иваном Богатовым, отметившего недавно 90-летний юбилей. А вот познакомиться с малышами в детском саду «Семицветик» не получилось. У детишек был тихий час, время полуденного сна. Зато гости смогли тесно пообщаться с педагогами. А в детской школе искусств гости посетили международную выставку детских работ «Витебчан и белоярцев». Работы юных художников поразили гостей своей неординарностью и профессионализмом. Впечатление от выставки самое потрясающее, потому что, видя эти работы детей, которым 6 лет, 8, 12, и то, что видишь, просто не веришь себе, что это возможно, что еще здесь скажешь, просто потрясающе. Ну и сама школа, конечно, и преподаватели, которые сейчас, вот о которых нам рассказали, это, конечно, люди, это наше самое главное богатство на Белоярской земле. Спасибо вам огромное. Побывали гости и в Первогородской школе. Они смогли убедиться, что в Белоярском районе многое делается для полноценного творческого развития не только детей, но и взрослых. Тому подтверждение – центры образования, культуры и спорта и города, и района. Независимо от того, как далеко от райцентра находится село, в каждом населенном пункте у жителей интересная жизнь, отметили гости. И те учреждения культуры, которые мы видели, школьные учреждения, Дом милосердия, они говорят о том, что власти города все продумали для того, чтобы народ мог жить, развиваться и, самое главное, сохранять свои традиции. А так как город многонациональный и коренной народ представлен достаточно, так сказать, обширно, то важно, чтобы и о нем тоже знали те, кто здесь поселился, может быть, в недавнее время. О том, что белоярцы приветливы, улыбчивы и добры, говорили все. И те, кто приехал впервые, и те, кто уже бывал здесь не раз. Гости отметили, что чувствуется уважительное отношение жителей района к истории края, его традициям и обычаям. За 15 лет чувствуется духовность, да, города, она поднялась. Ощущение такой, какой-то доброты внутренней, да, вот это единство, да, вот это в глазах радость. Конечно, очень впечатляет. Мы познакомились с прекрасными людьми. Нам было здесь у вас очень тепло, уютно. Знаете, как говорят, сердечно. Белоярский понравился. И гости выразили надежду, что посетят нашу землю еще не раз. Кирмен Утаджиева, Петр Михалап. Время новостей. Белоярский.